300 గ్రాములు లాంటిది. ఇటువంటిదే కావాలి. Оце буде, ні, покро, оце буде, дивись, длина нормальна. Ну, це буде поготовше, ну, мені кажеться, получше, чим оці. Ці чуть тоньше будуть. Окей, okay, медикала пеడితే ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇక్కడికి. То это не надо, это опасно его. Ему опасно вот это. А в прошлый раз ему очень противно было. Да? Да. Ну, хорошо. Вот такой еще здоровье нету? Еще здоровье? Нет, это самый большой. Это самый здоровый, да? Да. Иде янка стронг анта, анитли канте. Иде лау зусара. Анитли канте стронг иде. Оце вариант, оце есть просто бедерок. Рендон мэй. А красный нет? Реддед утра, но реддед их бага. Нема оцик штук, вообще просто обычный. Нет, красный он нормальный. Мне бы иде тискунда онде. Иде чала стронг онде. 300 гривен అంటే 1000 రూపాయలు పైనే. పర్లేదు. Можно посмотреть. Ну, что ты? Дивись, мінімальний. Та може тут я то возьму. ఇవి ఇదే తీసుకుందాం. 200 గ్రాములు అంటే ఇంకా తవ్వుతే ఇది కొంటున్నాం. అన్ని షాంపూలు దా ఇలా ఎగువారు Пантера, не пума. Ой, пума, пантера. Пантера нормально. Пантера. Аргунтанки. Нормально. Девочка. Девочка, девочка, да. Как назвал? Сабрина. Сабрина. Это чало гетконде. А такой побольше нема? Больше. Ну, только сыне это. Не, ну то, что не такое. А такой есть, есть, он играется. Есть такой, он играется. А это что это? Когти резы, когти стрипки. Это коттега чувствую. Ну, это для твоих будет маленький, тебе надо покрупнее, сейчас нема. Чего? А точно ну, такой крупный? Они же кончики там срезаются, там нормально будет. Для этих? Да. Да? Да. Для коту меньше. Ну, фирма то хорошая, они бачат. Они же когти не такие, как у собаки. У них намного тоньше. А у него такой здоровый когти. Очень здоровый. Они большие, вот сиди, я тебе нарисую коготь твоего животного. Вот смотри. Можешь тут нарисовать. Коготь у кота выглядит вот так. Смотри, вот палец. И вот коготь. Коготь у кота выглядит вот так. Вот тут вот так и вот так. Вот. Правильно? Ну. Да, да, да. Вот, да. Вот он срезается по, вот, вот здесь. Тут живая часть доходит вот до этого закругления. Ты понял? Вот. Да, да. А там всего тоненькое. То есть, ну ты понял, у собаки, вот палец и коготь тупой у собаки. Да. Да, и у собаки вот здесь толстая часть. А у кота коготь сначала идет толстый, а потом вот так. И срезается буквально там 3-5 миллиметров, и оно даже вот у ягуара там вот такой вот пыптик. То есть, нельзя у ягуара срезать вот так. Потому что тут живое так заходит. А это 3-4 миллиметра кат чесаданта, ఎంత స్ట్రాంగ్ అయినా గుర్రాలకి ఆవులకి కట్ చేయొచ్చు చూద్దాం. అది తీసుకొని చూద్దాం, ట్రై చేద్దాం. Дайте вот это. Покажи ещё оку. Видишь, что ты хочешь? Не, оку, просто маленький. Не, ну сюда лучше. Здравствуйте. Здравствуйте. Это интересно. А у вас есть так ещё можно молоко заменить? Да, кирюнка. Да. А что? Тики-тика, это ж... Тика-тика и... Ну, есть с 10-дневного возраста и с 21-го.
Ну, у нас ще 10 якраз за це. 10 кілограм і кілограм. А воно здорово дороге чи ні? 10 кілограм стоїть. І вони пальну. На 100 літрів молока. Клінгерском танк. А як його треба розбавляти? Розкажіть. 1 к 8, 1 к 10, вода 60-70 градусів. Вона потім остиває. А молоко все треба вмішати чи ні? Можна 2-3 дня переживати. Да. Чуть-чуть, да. Но оно даже резко. Please subscribe and support Jaguar Kumar. We subscribe and support Jaguar Kumar. Hello, this is Shatru. Please subscribe and support to Jaguar Kumar. Thank you.